Мэр Курска Николай Овчаров и начальник городской полиции Олег Латунов встретились со студентами и призвали совместно бороться с наркоманией. Также гости отметили духовное и физическое развитие молодежи, лучшая профилактика зависимости. По данным городского УВД, за последние 3 года наркоманов в молодежной среде стало меньше. Количество лиц, которых привлекли к уголовной ответственности за распространение дурмана, наоборот, выросло. Взрослые попросили ребят о помощи. Сложилась такая практика, что зачастую не сообщают об этом и вовремя, как бы не говорят. Я хочу обратиться вот к ним вот именно с такой просьбой, чтобы они, видя все это, не стеснялись, не боялись ничего, потому что не оказывали, как говорится, медвежью услугу этому человеку, а обращались, ну, пусть даже не в правоохранительные органы, а в какие-то другие структуры для того, чтобы вовремя оказать помощь.